Итак, мы с вами погружаемся в яркость цветов. Мы буквально как будто бы в розовом саду. Ощутите всю прелесть натуральных красок и налюбуйтесь. Вы хотите, чтобы у вас дома распустились розы? Конечно, это плед миллион, миллион, миллион алых роз. По цене шоппен-шоу 1199 рублей. Сколько бы стоил букет из миллиона роз, Оля? А наш плед не завянет никогда. Он будет дарить вам счастье, ведь все любят цветы. Но согласитесь, когда мы видим букет цветов, мы сразу все улыбаемся. А, улыбнулись? Я это прям вижу. 1199 рублей – это цена шоппен-шоу. Оль, скажи, пожалуйста, какие размеры у нас есть нашего пледа? Ты знаешь, вот я всегда радуюсь, что у нас есть всегда выбор размеров, тем более, что самые ходовые мы всегда вам предлагаем. Полутораспальный размер, двуспальный и размер евро. То есть, как определиться? Если вы хотите застилать свою кровать в спальне, то выбирайте по размеру вашей кровати. Если вы хотите преподнести в подарок, например, детям, берите полутораспальный. А как приятно кутаться в плед! Ведь это мягкость и нежность, которую вы получаете вместе с пледом «Миллион алых роз». Вообще, Оль, я считаю, что это универсальный подарок. Но смотри, как многогранен наш плед. Но прежде всего, можно укрыться, да? Конечно. На диване. Потом можно постелить в спальню, правда? Можно просто в него завернуться, укутаться после того, как мы пребывали на улице зимой, предположим, замерзли, и тут укутались, и хорошо. Да? А также можем использовать в интерьере, правильно? В качестве декора еще как можем. Посмотрите, мы укрыли кровать. Вот как вы утром встаете, если вам нужно бежать на работу? Знаешь, Оля, я встаю в 6 утра, когда у меня первый эфир, я встаю в 6 утра, и я бегом быстрее собираюсь. Что мне остается делать? Кровать заправлять? Некогда. Наводить порядок идеальный? Некогда. Набрасываем сверху плед, и вы получаете уже ухоженную, чистую спальню. Просто всего лишь навсего за счет пледа «Миллион алых роз». Олечка, давай заявим материал, из чего сделан наш плед. Пледов-то у нас много, пруд-пруди в магазинах. Цены, конечно, там зашкаливают. А вот нас, чем он особенный? Как называется материал? Итак, это «Wellsoft». Wellsoft. Мягкость и нежность, которую мы получаем, ну и прочность. Вот, Оля, вот ты сейчас потянула за ворс. Нет, все нормально, проверено. Абсолютно, он качественный, и причем, смотрите, какой плотный. Мы вам предлагаем наилучшего качества. Вот сейчас ты задела тему насчет того, что в магазинах много. Я соглашусь, но какое качество. Ведь он более редкий, он пледы, которые буквально полупрозрачные. А мы вам предлагаем буквально шубку, меховую шубку, которая будет вас согревать. Ну и, конечно, здорово, что не вытирается, не протирается, не электризуется, ведь это Wellsoft. Это «Миллион алых роз». Миллион, миллион, миллион алых роз дарите пред на Новый год. Пусть под елочкой будет у вас такой замечательный плед. «Миллион алых роз». Легкое название, правда, запомнить легко. И цена легкая, 1199 рублей, дорогие телезрители, знаю. Вас всех волнует не только красота, но и как этот плед будет вообще в себя вести в носке. Посмотрите, мы постелили, Олечка, на кресло. Ну вот, например, дети мои на месте сидеть не могут. Даже во время просмотра фильма все время вот так вот делают, делают, делают. Да. Дорогие телезрители, как долго прослужит наш плед для наших детей? Так, присядь. Во-первых, моя дорогая, прослужит долго, потому что не вытирается. Вот часто что происходит? Когда мы укрываемся, усаживаемся на диван, да, у нас у всех есть свои любимые места. И чаще всего там именно протирается плед, покрывало. Заметили, да? Так вот, это качество великолепное. Он не протирается, он не вытирается и не накатывается. Вы замечали, что часто бывает, что вы берете плед, а потом такие катушки на нем образуются. На нашем пледе, тем более уже на вашем, миллион алых роз, не будет катушков. Посмотрите, какая ворсистость и плотность. Нравится тебе, Оль? Очень, очень. Ты знаешь, как шубка, действительно, ты правильно сказала. Вот сейчас мне так хорошо, так тепло. Боже мой. Дорогие телезрители, вот подарите теплое объятие. Это просто супер предложение. Вы не представляете, как мне приятно сейчас вот закутаться в плед. Миллион алых роз. И настроение повышается, когда я вижу цветы. И хорошо становится, тепло. И это лучший подарок. Лучший подарок на Новый год. Цена шоппен-шоу от 1199 рублей. Вот смотрите, если вам нужен большой размер, он у нас есть. Это евро-вариация. У нас есть и двуспальный, и полутораспальный. Олечка, есть размер евро, да, Олечка? Евро еще есть? На любой вкус, конечно. Итак, красные розы всегда были и будут постоянным символом любви. Это и послужило причиной справедливому названию красной розы «Королевой роз».